Еще в начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали якобы на каникулы в Израиль. Впрочем, бдительные фанаты сразу поняли, что что-то здесь не так. По информации Росс-СМИ, Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Супруги арендуют там дом. И хотя певица уверяла, что надолго за границей не задержится и вскоре вернется в Россию, однако ей многие не поверили. Кстати, из-за внезапного отъезда Алла Борисовна впервые за многие годы пропустила праздник желтых цветов, что дало тревожный сигнал ее поклонникам. Многие предполагают, что Примадонна вместе с семьей все-таки мигрировала за границу из-за войны России против Украины. По информации «Экспресс-газеты», Алла Пугачева и Максим Галкин подали документы на получение гражданства Израиля. А также занялась поиском новой школы для двойняшек Гарри и Лизы. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.